Привітанне. У эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юры Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы – «Як спыніць рэпрэсіі». Нашы сённяшнія госці – гэта кіраўнік фонду салідарнасці «Байсол» Андрэй Стрыжак. Андрэй, добры дзень. Добрый день. И редакторка выдания «План Б» былая полезневоленная Вольга Лойка. Добрый день, Вольга. Добрый. Спадарство. 115 помилованных политвязнев за 3 месяца. Поводли вясны, вось на сегодняшний день, зараз их 1322 человеки. Столько ж, дарыча, было у жнивни 22-го года. З іншага боку, Андрэй, вось вашая заява ўчорашняя, што зараз рэпрэсіі насамрэч паглыбляюцца. На 50-80% вырасла колькасць заявак у «Байсол» на дапамогу ад пераследу. Вольга, ці згодныя вы, што сітуацыя пагаршаецца, што рэпрэсіі паглыбляюцца? Ну, іх ацэнка ж вымяраецца не толькі колькасцю палітвязняў. Да, и, наверное, не только количеством запросов к Андрею на эвакуацию. Мы понимаем, что люди, которые, возможно, долго пытались все-таки оставаться в Беларуси, они чувствуют, что окно возможностей может закрыться, и что если не выехать сейчас, можно уже не выехать никогда. Опять, надежда на то, что оттепель будет какой-то внятной и прогнозируемой, тоже не оправдывается, и поэтому люди принимают решение выезжать. В том числе бывшие полицейские. Заключенные, которые многие из них пытаются какое-то время все-таки оставаться в стране, чтобы понять, что происходит, чтобы решить какие-то личные вопросы, вот, и выезжать в более спокойном режиме. Часто это не получается, это не получилось у меня и у моих коллег, и мы воспользовались помощью Андрея и Байсола, спасибо им. Вот. Поэтому люди выезжают, даже если, возможно, как-то объективно можно доказывать математически, что у нас есть ослабление репрессий. Естественно, люди чувствуют напряжение и едут. Андрей, ну а все ж колькасць палітвязняў знижается. Вот я поглядел статистику вясны, поводле их подликов, у травні 23-го году их было 1496, амаль 1500, прикладно на 200 зараз меньше. Так тады ситуация была лепш? Палітвязняў было больше, а репрессии были меньше. Не привязывайтеся до лічбаў у абсалютным вымярэнні, тому што сотня туды, сотня сюды не ўплывае на агульную сітуацыю з рэпрэсіямі. Гэта першае. Другое, гэта тое, што вясна і дысідэнт ведаюць толькі тых, каго ведаюць. Велізарная колькасць людзей, якія атрымалі прысуды па палітычных прычынах, не звяртаюцца ні ў адну з праваабарончых арганізацый праз страх і праз тое, што іх будуць пераследаваць. Пра гэта кажуць хаця бы тыя факты, што вясна зараз регулярно постфактум признає людей політзневоленими. Це значить, що люди вийшли, часом виїхали з країни, тільки тоді вирішилися сказати, що їх насамреч переслідували по кримінальних артикулах, зв'язаних з політикою. І гэтая ситуація показує, що як мінімум лічба може бути значно більшою, а друге – це те, що самі по собі репресії не спиняються. Я достатково подробязно у своєму пості про гэта казав, і я ще сьогодні так само під час нашої передачі розповіду, що ж конкретно наша влада білоруська, так звана улада робіць з намі як беларусы. Спадарства, а зараз да канцэптуальнай спрэчкі паміж вамі, паміж падыходамі, якія вы прадстаўляеце да пэўнай ступені, можа, і ўвасабляеце. Мэта абодвух это вызваленне палітвязняў, это спыненне рэпрэсіі. Гэта ўрэшце дэмакратыя ў Беларусі. Як паспрыяць гэтай мэце, гэтым мэтам? Гэта пошук паразумення з уладай так ці інакш, ці ціск на яе? Андрэй, чаму ціск лепш? Чаму ён хутчэй прывядзе да мэты, а паразумення гэта тупік? Моя позиция тут такая, что кошт спробов інших вариантов, например, там идти на некие перемовы, у яких незразумелый предмет перемовов, альбо идти на некие соступки, уличивающие то, что соступки вельми часто бывают такие, коли ты не можешь их назад откатать, то это достатково великая рызыка. То, что зараз у нас есть, это та стратегия, якая пропрацовывается уже 4 года, и у нас нема никаких подтверждений того, что она не працует. Коли спростить ситуацию, то
нема ніводнага пацверджання, што не працуе стратэгія ціску, і менавіта гэтая стратэгія ціску прывяла да вызвалення тых палітвязняў, якія зараз выйшлі. Плюс я перад нашым запісам вельмі хутка прачытаў інтэрв'ю Юрія Воскресенскага, гаварящага рта прапагандіста рэжыма, і ён там наўпрост кажа: "Не, гэта не ваш ціск прывёў да вызвалення гэтых людзей. Нават не думайце так". Ну мы прызвычайныя да таго, што калі ўлада нешта кажа "не", то гэта трэба чытаць без гэтага артыкля "не", без гэтай часціцы "не". І гэта значыць, што ўсё-ткі ціск прыводзіць да таго, што яны вымушаныя даваць інтэрв'ю "Зеркалу", напрыклад, за што ўвогуле нармальны чалавек звычайны сядзе ў турму адразу, а Воскресенскаму далі такую вось прывілегію. Так што я думаю, што ціск гэта адна са стратэгій, якая працуе, і сёння максімум высілкаў, якія дэмакратычныя сілы прымяняюць, яно ідзе менавіта ў стратэгію ціск. Вольга, ціск працуе, мы пачулі ад Андрэя, а на ваш погляд, чаму ўсё ж такі ён, відаць, не працуе, ці паразуменне будзе лепш? Я бы не хотела просто размышлять какими-то среднесрочными или долгосрочными перспективами. Я точно знаю, что сейчас как минимум несколько человек, в частности несколько женщин, находятся в исключительно сложном физическом состоянии. Им нужна помощь сейчас. И я не хочу дискутировать о том, поможет ли давление даже в, допустим, там, диапазоне полугода, года. Но этим людям нужна помощь сейчас. У них нет с большой вероятностью этого времени, потому что прошло уже 4 года, потому что условия, в которых они существуют в колониях и в СИЗО, совершенно невыносимые, не соответствуют никаким ни международным договоренностям, ни общечеловеческим нормам и требованиям. Я вижу четко, что у режима есть запрос, он его абсолютно четко показал. Я вижу точно, что с такими режимами договариваются об обменах, об сложных обменах. У нас есть контакты с людьми, которые делали тот обмен, который настолько взбудоражил белорусов, по которому на свободе оказались сразу несколько знаковых человек, в том числе знаковых российских политзаключенных. С большой вероятностью похожие обмены будут в ближайшее время, и наша задача в том, чтобы белорусы в них оказались. И спасибо большое тем, кто включился в эту работу, в том числе офису Светланы Георгиевны. Вот в отличие от Андрея, я не успела Воскресенского почитать, но Светлану Георгиевну я сегодня почитала, послушала. Вот. Это разумно, это правильно. Мы не можем пренебречь этими людьми, потому что это наши люди, потому что они сделали очень важные дела в 2020 году. Андрей, ну вот вы сказали, тиск працуе. Як он працуе? Рост ВВП на 5% в год, все лето. Политвязня, вы сами говорите, ситуация погоршается. И разом с этим говорите, тиск працуе. На что? На то, чтобы ситуация погоршилась? На то, чтобы она погоршалась? 115 политвязняў памілавалі. Допустим, гэта вынік ціску. А што яшчэ 100 пасадзілі? Это вынік, як бы, як гэтыя 115 і 100 суадносяцца? Дык як ён працуе? Я магу суаднесці тыя словы, якія сказала Вольга, з той пазіцыі, якую агучваю я ў першую чаргу. Вольга кажа пра тое, што можна рабіць у той сітуацыі, якая зараз ёсць, і пра тыя магчымасці, якія ёсць. Вольга заявляе пра тое, што ёсць кантакт з людзьмі, якія арганізоўвалі абмен, ёсць магчымасць нейкім чынам паўплываць, каб прозвішчы беларусаў з'явіліся ў гэтым спісе. Гэта прыклад таго, што можна рабіць. Ціск гэта прыклад таго, што можна рабіць, тое, што можа рабіць дэмакратычная супольнасць, тое, што могуць зрабіць міжнародныя партнёры, гэта тое, што можам зрабіць мы. Што мы не можам зрабіць? Мы не можам уплываць на ўзрост і падзення ўнутранага валавага прадукта ў Беларусі. Мы не можам паўплываць на канкрэтнага мента, які зараз, калі мы запісваем гэтую перадачу, б'е чарговага затрыманага. Мы не можам паўплываць на тое, што будзе ў галаве ў Лукашэнцы, ці ён захоча кагось адпускаць, ці не захоча. Я чалавек, які прывязаны да рэалістычных сцэнароў, таго, што можна рабіць. Я не магу ўплываць на перамовы з Лукашэнкам, таму што мне няма з чым перамаўляцца, акрамя маёй асабістай годнасці, акрамя маёй асабістага
покаяние, якого хоча беларуская так званая ўлада ад усіх беларусаў, каб мы на каленях прыпаўзлі да іх да мяжы і прасілі там міласці, каб можна было пусціць нас назад домой. Таму я магу сказаць толькі за сябе. Ціск з майго боку працуе для мяне і для тых людзей, якія працуюць разам са мной. Ці ён будзе лепш, менш, ці іншыя стратэгіі будуць лепшымі, ці яны будуць лепш уплываць на тое, што адбываецца ў краіне, у мяне гарантый на гэта няма. Але і часу у мяне на гэта таксама няма. Правяраць гіпотэзы, кошт якіх чалавечыя жыцці. Людзі, якія садзяцца штодня зараз у турмы і атрымліваюць там катаванні і нечалавечыя умовы утрымання. Вольга, от я звернув увагу, що некоторі пропагандисти владні зараз хвалять от ваш підход, підход Горбуновий, Муковозчик навіть з вишині своєї величі, значить, поляпав її по плечі, молодець, молодець, добре. Вас це не бентежить? От ведаєте, на конт порозуміння, от той же Воскресінський, він порозумівся з владою, як сумів. Ви так само хотіли б? Нет, конечно. Это не имеет никакого отношения ни к единству, ни к поразумению. Я не вижу здесь вообще ничего. Это сплошная фальшь и фейк. И я не верю, что режиму нужны белорусы, которые куда-то ползут. Режим абсолютно циничен. Ему нужны деньги и власть. Да? Все требования раскаяния, это Воскресенский может говорить ртом. Это ради бога, возможно, даже кто-то его послушает. Вот. На самом деле все гораздо проще и циничнее. Деньги и власть. Ничего личного. Мы можем хоть все приползти, это будет абсолютно неважно, и это не будет стоить ничего. Вот. Поэтому я бы искала ответы совершенно в другую плоскость. Ольга, ну а все-таки вот то, что хвалят, как кажут, что вот Лойко молодец, а Стрижак кепский, это вас как бы не бентежить, не выкликая подозрения, думок, а может я не маю рацию? Нет? Абсолютно все равно. Послушайте, я как террорист и уголовник с тремя статьями, мне тут до Андрея, наверное, далеко, но, в общем, мы с ним тут на одной стороне. Мне совершенно все равно, где они меня ругают, а где хвалят. У меня есть четкая, внятная позиция, я знаю точно, что нужно мне, и если завтра всех политзаключенных погрузят в товарный вагон и вывезут на границу с Польшей, я буду считать, что моя работа выполнена, и на сегодня я все, что могла сделала. У меня нет амбиций политических. Я не про власть, не про заработок, ничего. То есть мне нужны просто эти люди, абсолютно. Это чисто личное. Вот. Я, честно говоря, не считала, где Муковозчик про меня хорошо сказал. Я прямо это про вас я не, про Горбунова. Видите, вот, потому что про меня он совсем недавно плохо говорил. А, поэтому... бачите тут. Разностайный человек. Поэтому, да. Вот. Ольга молодец, она нашла в себе силы сказать спасибо деду. Если хотя бы еще один человек из-за этого выйдет, дай бог. А вы готовы? Я? Да. Как минимум за трех человек, вот если на кону будут они, я готова. А Варта? Неважно. Вот в данный момент неважно. Я знаю точно, в каком состоянии эти люди. И, если я могу сделать хоть что-то, даже странное и то, что не похвалит никто, я соглашусь, потому что я точно знаю, что на кону. Вот, к сожалению, времени нет, и надо что-то делать сейчас. Возможно, это эмоциональная, женская, неустойчивая психика и трудный бэкграунд. Очень может быть, на самом деле. Я сделаю. Андрей, по великим рахунку, на что вот разлик линии тиску? Вы лечите, что вот тиск, врешьте-решьте, обрыни режим, и тогда политвязни-то все выйдут, понятно, коли этого режима не будет. А коли будет, вот який механизм? Это некие пекельные санкции, вот таких не было, а зараз вот они будут, там, я не ведаю, пол Калиновского, Москва проиграет войну, там, Путин перестанет быть президентом, Россия развалится. Вот як вы по кроках это себе бачите? У вас есть некое бачение, что вот так вот оно будет, и тады будет все здорово. Мой погляд на гэту сітуацыю такі, што санкцыі гэта такая базавая перадумова таго, што зараз павінна адбывацца паміж Захадам і Беларусь. Лукашэнка ніколі не павінны мець ніякай долі легітымнасці перад вачыма заходніх дзяржаў. Вось я зараз працытую спадара, калі можна так сказаць, Воскресенскага ў гэтай сітуацыі. І ён кажа, што, понимаете, в повестке 2020 года будет поставлена точка 23 или 24 февраля. Все эти игрища в кабинеты, объединенные в президенты, прекратятся в том числе в глазах и умах
западных государств. Во что играется политический маргинес, нам не интересно. Нам интересно мнение западных государств. Воскресенский, говорящий рот режима, просто кажет, что им важно, как Лукашенко был признан. Это у тем лику и про гроши, это у тем лику и про владу. И его вельми бентежить эта ситуация. Наша задача сделать так, как у заходних держав, как и у Литвы, например, якая вчера в устами Габриэлю Салансбергеса выказала свою позицию однозначную. Лукашенко не повинны быть сняты с санкций, и Беларусь не повинна, как держава, быть снята с санкций, покуль она удельничает у гибридной агрессии супроть Украины, и покуль она атакует европейские державы руками мигрантов, выкористовывающих этих людей как щит и погрожая поветренные просторы европейских держав. Так что тут это такие базовые умовы, на яких повинны будоваться вогулю взаимодействия с Беларусью. Как только будет готовность с боку Лукашенко и режима идти на некие перемовы, и когда он уже будет сам казать, что давайте мы будем неяк что-то делать с этой всей ситуацией и при этом спынить репрессии, при этом спынить свое изнушание над белорусским народом, тогда можно будет размовлять про некие послабления санкций. Покуль же это просто базовый уровень, який повинны выконываться и соблюдаться, как нечто базовое. Ольга, вот вы сказали, что вы не политик, але тем не менее, вот как бы некие политичные выники с вашего подхода, они есть. А самая простая основа, что 2020 год был дарма. Вот не было б его, может, Барыка и сидел бы в своем банку, керовал бы им, Колесникова бы играла в оркестре, а вот так отрымалось. Так, может, дарма все было тады, дарма это было все зроблено. Коли зараз головная мета – это вызволить людей, якія в вынику 2020 года трапили за краты. Вот это весь выник 2020 года. Праз некалькі гадоў, умоўна кажучы, там, каком-нибудь 2030 годзе, люди скажут, так а навошта вот падымацца, калі вот все пасля 2020 году скончылася чым? Вызваліце, калі ласка, наших палітвязняў, наших палонных. Так? Не? Нет, конечно. Войска надо отвести из окружения. Спасать людей, которые еще понадобятся, которые нужны Беларуси. 2020 год был, безусловно, не зря, хотя я весь 2019 год бегала с острым ощущением того, что нам нужен срочно преемник, потому что это будет хороший ход. И тогда, кстати, не было бы действительно ни Бабарика, в смысле он был бы, и с ним было бы все прекрасно, и Маша Колесникова играла бы на флейте, и все было бы замечательно. Может, даже войны бы не случилось на самом деле. Вот. Но человек пересидел, и получилось так, как получилось. Поэтому сейчас за невозможностью наступать сейчас мы выводим из окружения своих людей, спасаем их. У нас их не так много, и это лидеры, это люди, пожертвовавшие всем, это люди, сделавшие ставку на все. Да? И сейчас поднимать ставки я не готова, потому что я не ставила на все, а они поставили. И я считаю, что задача нас, важнейшая политическая задача сейчас, их спасать. Да? И, в общем-то, шаги сделаны, и на самом высоком уровне именно за последние две недели, наверное, прозвучали фамилии наших политзаключенных, оказавшихся в срочном гуманитарном списке, и в целом лидеров, которых не ждет никакой выход по окончанию срока. Поэтому я вижу прям, что движение какое-то идет. И Лукашенко чувствует силу, и я думаю, что это даже сложно сказать, это не давление, это... Ну, это вот четкий тренд, это четкая позиция всего мирового сообщества, что так не будет, что вначале эти люди выйдут, а потом будут обсуждаться какие-то вещи. Господар, это вельми короткое питание. А вот ваши подходы могут получаться? Вот одни будут домагаться поразумения, другие будут тиснуть, и, может быть, врешті-решт перемены и наступят. Те вы перешкоджаете один одному, Андрей. Ну, фактично, я не бачу, каб мы там один одному перешкоджали, и калі поравнать ситуацию в белорусских демократичных силах и, прости господи, в российских, то, ну, бачно, что за это зусім інший узровень взаимодействия, мы один одного не замовляем, каб бы хтось когось-то молотком там побил, альбо не кажем про то, что хтось-то комусь-то там повинны сотни тысяч доляров, непонятно за что. И ясно, что у нас есть певная культура и узровень дискуссии внутренней и махчимых взаимодочинений, и это
вельмі великая напрацовка и здобыток, я лечу, за апошние годы, что формуется такая культура. Ясно, что у нас есть разница в подходах. Ясно, что мы можем быть достаточно жесткими у критики, у тем лику публично один одного. Но это не значит, что мы скированы на разные меты. Мета у нас одна. Зробить так, как бы Беларуси прошли свободные демократичные выборы, спынился гвалт и вышли все политзневоленные на волю. И мы могли так само вернуться, удельничать в громадских и политических процессах у своей краине. Так что я не бачу тут такого антагонизма, який бы просто приводил до немагчимости размовлять и супрацовничать у тих пунктах, где мы маем полную згоду. Вольга, а чи згодны вы з этим? Андрей до того, как бесить деда, зловать деда, а вы, наоборот, як бы улагоджувать его, гипнотизовать, супокоивать. Так вот, як бы разноскированы импульсы, ці не? Нет, я не вижу здесь противоречия. У нас есть нормальный здоровый диалог. Именно так выглядит демократия. У нас есть взаимное уважение. По крайней мере, я работу Андрея исключительно уважаю и ценю. И понимаю, насколько это сложная работа, поскольку я сама с ним проходила тот же путь, который сейчас проходят мои соотечественники, выезжающие из страны. Вот я не вижу противоречий. Пути могут быть разными, дискуссии должны быть, и люди должны выйти. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка і кіраўнік фонду салідарнасці «Байсол» Андрей Стрижак. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і у сферы правоў чалавека, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.